есть тот vegetarian market, который мне советовали. Hello. Hello. How much cucumber? Cucumber. 40 rupees. 40? And tomato? 60 rupees. 60? Ух ты! And the onion? 50. А green onion? Green onion. Да, green onion. 30? 60? Ух ты! 1 kg. How much coconuts? How much coconuts? 50 rupees. 50 rupees. How much tomato? Tomato how much cost? How much? 50 rupees kg. 50 rupees. Ну, помидоры хотя бы не сливки. Yes. Нормал. Half kilo. 50 рупий. Ну, такие, конечно, у нас продается в октябре. Уже не особо как нужные. Ну, наши помидорки лучше. Вот лучше наши помидорки. Купи 250 грамм. А, how much? 100 грамм. 100 грамм? 10 рупий. 10 рупий? Ага, хорошо. Поделил. Молодец. А ну давай взвешивай. Yes, 100 грамм. 5 рупий? Yes. Давай. Так. Сейчас узнаем, почем банана. Потейта в наших супермаркетах такая, но выброс идет. How much banana? Намасте. Намасте. Yeah, very good. Very one? No, one kg. One kg. Не, no, how much? Yeah, 40 rupees. 40 rupees, yeah. 1 kg. 1 kg, 40. Ага, 1 kilo. 1 minute. Yeah, no, давай. Это only money. Привет. 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 Так. Вот на 40 рупий. Сейчас. На 40 рупий купила бананов. Сейчас. Нет, по-русски. Но нормально. Гуд, русский, нормально. Спасибо, и спасибо. И спасибо. Ага. Only two more. Ага. Окей. Okay. Thank you. Thank you. Картофан здесь по 20 рупий, а кокамберы по 40 рупий. Ну, наверное, полкилограмма кокамберов я таки возьму. Купила себе вот такую штуку, не знала, что это, решила попробовать, взяла маленький пакетик, оказалось молоко. Вот его можно сейчас скушать с гречечкой, которая у меня уже сварена. Будет вкусно. Это такая вот моя любимая еда.
Еще купила бананчики. Вот эту кучу банана на 40 рупий. Полкилограмма помидорчиков и две чесночины на 30 рупий. И картошку с огурцами на 36 рупий. В общем, все так как бы нормально, недорого. И главное, что съедобно. Съедобно, потому что готовишь это сам чистыми руками, в чистой посуде. И продукты моются, естественно, перед приготовлением. What? Yeah, 1 hour maybe. How much 1 hour? 400 rupees. 400?
У меня за окошком спит местный бандюган. Пристроился, скрутился так. Привет, гопничек. Вот такой у меня сосед на ночь. Макака. Резус. Макака резус. Да, блохи жить мешают.
Так они днем бегают вокруг, шумят, кричат, дерутся. Да. Love you.